яркое платье. 88349 платье Барселона, 1690 рублей. Это платье очень нарядно выглядит. Анечка, тебе нравится? Да, мне очень понравилось это платье. Мне понравился принт этого платья в первую очередь. Действительно, очень ярко смотрится, очень стильно смотрится. Название прямо оправдывает его себя. Отправляясь, например, в путешествие, мы все время получаем массу эмоций. От этого платья я тоже, когда на него смотрю, вот такие столько здесь расцветок. Ты представляешь, как можно много создать разных образов. Вот здесь может быть желтая сумочка, да? Или фиолетовая, или даже черная. Да ты все, что угодно. Про музей Гауди уже упоминала, нет? Нет, еще не упоминала, но да, действительно, что-то в этом есть. В этом есть такая, знаете, красивые переливы, мозаика, интересные сочетания расцветок. Все-таки здесь у нас прям этника и всевозможные другие принты. Все в одном. Размер есть от 50 до 58-го. Вот так, потому что 60, 62, 64 уже перечеркнуты. 1690 рублей. Платье, ну, на радость просто. Вот сейчас бабах, и резко станет жарко, да, Ань? А вам нечего надеть. То есть обновки нет, да, какой-то новой? Ну, с таким платьем вам точно есть чего надеть. Тем более, платье очень интересно смотрится. И платье очень приятное, у платья очень приятная ткань. Это наше любимое масло. Масло сегодня мы можем видеть в разных вариантах. Здесь у нас матовый оттенок, что также очень интересно и стильно смотрится. Опять же, эта ткань нас будет слегка охлаждать. То есть на жаркую погоду это самый лучший вариант. Ну и тут же мы с вами видим, что платье у нас макси. Посмотрите, оно прямо в пол. Причем у нашей модели рост у тебя больше 170, да? Да, больше, чем 170 сантиметров, по-моему, 1,72 м. И мы с вами понимаем, что такое платье идет в пол. Но многие скажут, а как же мы будем его на себя настраивать? Да, придется в ателье, наверное, носить. Нет, не придется. Давайте посмотрим. Посмотрите, что у нас происходит на талии. У нас эластичная лента. Она отлично тянется. И мы всегда можем, благодаря эластичной посадке, отрегулировать. Чуть-чуть подняли повыше, чуть-чуть на талию приподняли. Образуется небольшой напуск, и все, ваш внешний вид уже идеальный. А если вы девушка высокая, если вы хотите, чтобы а тоже было в пол, опускаете на бедра, здесь есть такая возможность, и вам платье будет абсолютно длинным. Но тут же еще обращаю внимание на то, вот на таком ярком принте совершенно незаметно, что здесь есть кармашки. Да? Опять же, все самое необходимое ничего можно себе положить с собой. Кармашки как будто спрятаны в дебрях вот этих расцветок, наличие разного вообще стилистических расцветок внутри одной композиции делает это платье, конечно, эксклюзивным. Потому что я такие модели видела одноцветные, либо там с цветочками. Здесь же, смотрите, какой богатый принт. Неповторимый просто. 1690 рублей. Да, цена старая 3500, выгода 1800. Платье называется Барселона. Отложите, пока еще серым размеры горят. Ну, я уверена, что они быстро выбьются. Вот, уже 54-56 в ограниченном количестве. Поторопитесь, кто носит эти размеры. Давайте замерим от пояса длины юбки. Да, ты знаешь, вот от пояса я сейчас меряю, будем смотреть с вами кверх ногами, чтобы совсем вниз не уходить. Я настроила низ сантиметра внизу, и посмотрите, зона талия. У нас очень широкая эластичная лента, 4 сантиметра, и по талии будем считать посередине 102 сантиметра. Это длина именно до талии. Ну, а верх у нас с вами также очень удобный, длинный, возможно сделать напуск абсолютно на любой рост. И опять же, хорошая посадка, ткань. Ткань у нас с вами эластичная. И знаете, что еще мне нравится? Здесь в такой эластичной ткани сделаны выточки специально для того, чтобы лишних фалт у нас с вами не образовывалось в подмышечной зоне. Опять же, очень грамотный подход. Что касается рукава. Вот, Надюш, скажи, пожалуйста, ты любишь, когда у тебя рукавчики плотно тебя обжимают? Нет, конечно, у меня проблемные ручки 52 размера, 54 у меня был, поэтому я женщин понимаю прекрасно. Хочется свободы в зоне подмышки. Да, здесь как раз и есть у нас полная свобода. Спущенный рукав, который называется японка, или еще его называют рукав кимоно. Действительно, он очень идеально подходит к такому летнему варианту одежды. И посмотрите, чтобы не совсем скучно смотрелось, у нас есть с вами декоративный пад. Украшена очень красивой пуговицей. Смотрите, она резная, она переливается, то, что тоже очень симпатично смотрится. Вообще, это коллекция 2018 года. Абсолютно свежие ткани, абсолютно новые тренды. Поэтому, если вы хотите быть
быть на пике популярности, хотите следить за модой, вот, пожалуйста, весна-лето 2018, платье Барселона. У нас их мало, 54-56, очень мало. Девушки 50-го смело присоединяйтесь, 48-го могут, очевидно, заказать. Да, 50-й. Могут присоединиться к нам, вот как, например, сегодня наша Наталья, у нее 48-й размер, она выбрала для себя 50-й. Ну и, кстати, вы тоже можете варьировать в выборе размера. Хотите более плотную посадку, берем размер в размер. Хотите более свободную посадку, выбираем на размер больше. Платье идеально будет садиться при любом вашем выборе. Ну что ж, 1690 рублей – это красная цена. Она горит красным, потому что это ваша цена. Зафиксируем ее ненадолго. Это маленькая коллекция. Посмотрите, у нас всего 5 размеров в наличии. Ну хорошо, 48-й может заказать 50-й. 6 размеров, 2 из которых практически закончились. В чем основной плюс этого платья лично я вижу, Ань? То, что это новые свежие ткани, каких раньше еще не было. То есть это 2018 год коллекция, правда? Да, действительно, коллекция у нас очень хорошие краски дают возможность сочетать с разными какими-то своими аксессуарами, туфельками, босоножками, сумочками, добавлять какие-то шарфики, можно добавить однотонные бусы, какие-то яркие украшения, тоже будет отлично смотреться. Кстати, ткань легкая, ткань воздушная, ткань струится, поэтому никакой сложности взять, например, с собой в поездку и затем достать из чемодана у нас не будет, потому что такие ткани не мнутся. Напоминаю, это ткань масла, за которую не только комфортно носить, комфортно брать с собой в поездке, но и также совершенно просто ухаживать. Посмотри, как она легко струится, вот чуть-чуть приподнимает Наташа, да, и опускает, она прямо отпрыгивает. Кто-то думает, почему сейчас нужно покупать? Да потому что уже скидка, посмотрите, 100%, то есть пополам цена. А вот жарко станет неожиданно быстро. Поедете в отпуск, у вас уже есть платье. Платье Барселона.